Всем привет, с вами Макс, и сегодня мы будем играть в Brawl Stars. Сейчас я буду играть в рыборубку. Ну, я возьму Бо. Вот интересно, в Бо за рыборубку. И как вы могли заметить, там в магазине появились две новые акции. Байком и его новым скином. И вот с новым скином. Ну, вот я бы хотел себе эти акции, конечно. Но они слишком дорогие. А больше мне донатить нельзя. Ну, мне донатить вообще не. Ах, извините, за качество Wi-Fi и видео тоже. Ну так, мы тут живем. О, уже провагала, немного все. Короче, я постою, просто буду постреливать по роботам. Вот ждем, пока он подойдет, и накопим себе патроны. Главное, чтобы кольт пока шел утонуть. У кольта столько же жизни, сколько у тарелки Пэм. Капец. Я Хилку называю тарелькой. Рамбл, рамбл. Ну, все, уже мы уничтожили робота. Сейчас надо уничтожить ботов обычных. И потом опять босс. Ну, а Кольт уже проговорил. Ну, ладно. Все роботы нам тяжелее даются. Все равно довольно легко. Я при всех случаях вот тут поставлю мины, чтобы они не стали не наносить их от этих ближних роботов. И как мой друг их называет, собачек. Вот этих маленьких. Сейчас у робота стрелка столько же жизни, сколько у меня. О, Кольт. Что ты наделал? Ладно, не буду мешать ему ульту набивать. Ну, особо не буду мешать. Вот. На этот случай я его и защищал. А, я не сейчас все мои мины поразбабахиваю. Ну, ладно, ставим новое. Все мины... Опять мины мои поразбабахиваю. Кольт опять неудачный момент заультился. The Robor. Один за Рамбо. Мне хватает буквально на одну тыку его ракеты. А, меня убили. Ну, ой, уже красные пойдут. А я один раз додержался до золотых роботов. Один за Рамбо. Ну, получай, робот. Ох, вот эти большие, жесткие. Я дошел до золотых, имеется в виду. Мы уронили красного вот этого босса. Я видел золотых роботов, которые шли. Ну, прям уже до конца. Там мы красного босса, ну, вот этого яростного босса таки не добили. Ах, опять не туда. Ну, ладно. У нас довольно неплохо к такому времени мы держимся. 85% на вот именно такой жесткости уже. И так сильно жестко. И вот такое вот так, столько много. А вот на полу у нас уже все плохо. Я первый возрождаюсь и на меня. И все равно я не успеваю их победить. Ну ладно, это уже неплохо. 4 минуты с книгами. Вот 120. Да, два бока. Все. Накрывай так потихоньку. Вот это вот.
аккуратненько поставим, ставим на 5. Ну и дальше, наверное, поставим уже на 3. Если ничего не выпадет. Ладно, уже купим все за компанию. А, извините, Wi-Fi. Ничего. Запись идет. Так, химимся. Ну, пацаны, давай. Вам с чем-то помочь, ребят? Ну ладно, дружище робот. Получай счастье, я убью. Да, победа над роботом. Но в этом ничего особенного. Надеюсь, Пэм знает, куда же кидать хилку. Я как раз у тех, у кого остается 1500 жизней, вношу с 3 ударов. Напишите, кто помнит, сколько урона было на первом уровне. Ух, я успел прикрыть все их собой. Так что у меня скоро 100%. Эх, я толком еще ульты не набил. Запись идет. Да. Большой робот приближается. Да, все. Извините, проблемы бывают. Ставьте. Сейчас опять продолжится битва. Там опять боссы тут орудуют. И эпические роботы. Совершенно называю их эпическими. Там мне так, ну, легче. Кстати, ставьте лайки, кто помнит песню «Войни в Зандер» от группы Imagine Dragons. Вот в этом батле будет хуже, чем в прошлом. Ну, так, ну да уж, конечно. Спасибо, Пэм, что поставила хилку. Ну тут у нас хуже, но мы хотя бы до второго босса добежались. Эпического босса. Как я его люблю называть. Эх, вы, чё вы? Вы должны своим телом прикрывать сейф. На него не нападали. Оп-хоп-хоп. Лайтнин. Танзим. Так. Гоняем пока что. Ой-ой. Мышаки пришли. Сейчас уже жесть будет. А сейчас настоящая жесть начинается. Когда уже пошли красные роботы, а вы до сих пор босса не отбили. Ну да. 1% и все. Угу, куча роботов стреляет прямо на сейф. Ну, в этот раз тоже норм. Бобаты. Вот я уже хочу на Барли пассивку получить. У меня 9-я сила уже скоро. Вот, давайте я вам покажу уже точно максимальное мое время в рыборубке. 5:09. О, скоро уже сезон кончится. Ну так, может, кого-то другого возьмем? Небо. Кого же взять такого? Не, ну, может, я хочу Бо. Возьмем. Ну, еще один бокс я на видео накоплю. Ну, сейчас у нас последний батл. Мы закончим.
Потому что у меня, во-первых, билеты кончатся, ну, а во-вторых, уже YouTube не примет видео. YouTube не разрешает нас не принять. Эх, нубик. Где на майку? Пытался уронить честь на самом начале. Там что-то шель. Лучше останусь тут. Кстати, напишите в комментариях, вы знаете, откуда берутся следы. А это бравлеры, когда ходят, появляются следы. Классно. Так можно столкновение вычислять, кто где. Я раньше и не следил за этим. Не замечал, что здесь следы. Хоп. Ну, два языка. Изи два. Уже скоро босс. Бу, во время босса ульта не надо. Босс батла. Вот Шелли пригодится, иди на майку ульта во время босса. Ну, сейчас тебе конец. Да, я добил босса. Вот Динамайк еще живет, а вот Шелли умерла, и это очень плохо. Но остался я. Я очень сильный. Ну, иди сюда. Найди Шелли же. Сейчас не заулетится. Вот Шелли. Слабая ты, конечно. Ну. Ох, уже 10-я волна. Ну, мы так нормально держимся в этот раз. Я думаю, тут плохо будет, поскольку вначале мы заломали сейф. Нам я уронил сейф. Реально хорошо так. Но я не нуб, я не буду сейчас использовать ульту. Когда только недавно я не бил. Я подожду до босса. А только было молоток в оборудке. В обычных матчах есть толк. Шелли, не ульти. Вот. Иди, мы тут расправимся сами без твоей ульты. Вот Шелли неудачный момент выбрала для ульты. Ладно, я пойду его задержу. А ты пока, Шелли, делай свое дело. Набивай ульту. Ай, фу, я умер, пока задержу босса. Во! Шелли, молодец. Убила уже. Ульту и заультила. Ну, сейчас уже будет красный босс. Мифический можно называть, можно в ярости босс. Ура, растоптал. 20 жизней. Реально. Ой, динамайку там очень тяжело.